И всем привет, ребята, это наша новая серия Пометро Рояль. И сегодня, я думаю, просто пробежимся ради того, чтобы сделать новые задания, которые стали доступны всем. Ведь начало недели, понедельник, а это значит, что надо сделать 20 киллов и нафармить 2 миллиона метра валюты. Надеюсь, это у нас получится. Ну а вам желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 126 тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо. Ну и также бонусом для тех, кому вообще ни раз не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем. Погнали! Раньше имел все, а сейчас ничего не осталось, кроме трусов с банданой. Все поправимо. Магазин Metro Market. О, а вот и первый парень, кстати. Так, я не понял, зачем он туда побежал? Обычно они либо раньше времени сваливают, либо пытаются как-то тебя закрысить. А этот просто дождался таймера и спокойненько перебежал куда-то в рожок. Что он этим хотел сделать, я вообще без понятия. Самое главное, что плюс один килл в копилку. И можно будет сразу в рожок залетать. Надеюсь, там сейчас МК-ха вышка. Или 30 зажигательных патронов. Ну, точнее, ядовитых. Еще и на калибр 5.56. Походу парнишка явно заходил либо с аугом, либо с М416. И кстати, а рядом с магазином-то выстрелы? Так, по-моему, это уже не в самом магазине, а на входе в подземку. Скорее всего, кто-то быстро чекнул магаз и решил свалить в радиацию. Как-то обычно и происходит. Ну ничего, я думаю, туда тоже сегодня успеем сбегать. Чего? С такого расстояния зажимает с пулика? Оп, готов. А ведь почти же добежал. Оп. А вот и сразу на бойске движение появилось. Ну все, теперь значит можно туда забегать. Только вот самое главное, потом где-нибудь в середине или в конце боя не забыть того парнишку лутануть. А то обидно получится, если с него что-нибудь ценное выпадет. А я просто возьму и не подойду. Там парень тоже с 5.56. Чё-то прям зачастили. То обычно с МК-ками все бегают, а тут на тебе. У этого вообще скорылька. Типа все, что ли, он меня услышал? А, ну да, теперь еще и увидел. Оп, спрыгнул. Готов. И еще и скорелька ему выпала. Нормальненько, теперь у меня есть и дополнительная пушка с нормальным таким количеством патронов, и нормальная подстволка, которая не стоит 6 с копейками тысяч. Ну все, теперь тогда можно уже и к бойску возвращаться. Он же по-любому его еще не успел добить. Чего? А, понятно. И этот готов. И тоже фиолетовый. Фига себе, у него 15 патронов разрывных с собой было. Так-то они дорогие. Если я не ошибаюсь, по-моему, 2500 за патрон. Ладно, тогда придержим, а потом на краях и их выкинем. И кстати, а у босика это пятая сумка? Готов. Теперь понятно, почему парнишка настолько резко пытался забрать этого босика. Вы серьезно? А, ну да. Тоже куда-то в радиацию. Ладно, тогда быстро лутаем оружейку и тоже за ними. Там, по идее, уже должно быть их двое. Погнали. Ребят, не забываем, что уже в 6 часов вечера по московскому времени вы всегда можете залететь на канал Кента, где 100% уже должен начаться стрим, и вы еще успеваете к самому началу. Ну и также не забываем показывать там свой актив, участвовать во всех локалках и ивентах. Ну а я всех обнял и продолжаем. Чат, по-моему, я немного не успел, правда, сюда.
И там, скорее всего, от двух парней остался уже один всего лишь. Но если он там зажимает по кому-то, то значит, что он уже явно работает чисто по собакам. А это значит, что сейчас чисто мой шанс. Самое главное его теперь высмотреть, потому что видимость в Фрондейке сегодня прям вообще ужасная. Хорошо, что он хотя бы не в библиотеке где-то бегает, а всего лишь на второй стороне. Капец, я в упор слышу, где он стреляет, но в это же время совсем его не вижу. Хотя, по-моему, он залазит. Оп, готов. Ну все, тогда быстренько собачек чистим и к нему. Ну вот, вот это уже другое дело. И заодно немного на скорельки патроны потратили. Это они все-таки зеленые, стоят мало, а веса весит нормально так. И кстати, по-моему, он еще вообще не успел не облутать ни единого ящика, который есть на этой стороне. Я вообще так понимаю, что он просто спустился откуда-то от библиотеки. Скорее всего, закрыл там парнишку и решил начать отсюда. Только вот немного не успел. О, а вот и первый слиток. Как раз, за сегодняшний бой надо вынести минимум 2 миллиона, чтобы задание сразу выполнилось. И он еще и красный. Серьезно? МКХа? Понял, принял. Сегодняшний бой уже явно окупился. Капец, сейчас как бы не конец сезона, что люди с такими пушками бегают. Все, вот теперь я доволен. Даже если сейчас дальше вообще ничего сыпать не будет, я уже получил то, что даже не хотел. Чисто. Искал медь, а нашел золото. Так вот теперь с местом категорические проблемы. Но будем как-нибудь все уминать в себя. Ну все, тогда теперь быстро закрываем вторую пачку собак и перетягиваемся к библиотеке. Погнали! Ну вот, вот это уже совсем другой разговор. И да, все-таки первая из полос уже залутанная. Так что сейчас спокойно лутаем библиотеку, а потом еще по карте поносимся. По поискам да по людям, если же, конечно, те еще там остались. Тем более, времени. Всего лишь, грубо говоря, середина боя. Да я уже почти все залутал. О, и опять детектор. Не. Сегодня прям Фрондейка тоже неплохо сыпет. Конечно, не так, как вчера, но тоже очень даже хорошо. Только вот оружейки вообще не радуют. В принципе, как бы радиация не сыпала, оружейные ящики живут чисто своей жизнью. Захотят — дадут, не захотят — вообще ничего не получишь. О, и слиточек. Все, получается нижний этаж, и можно сваливать. Тем более один ящик я уже лутанул. Даже так, он еще и сам ко мне вышел. Ну ладно, плюс еще сэкономим пару секунд. Серьезно, решил обратно вернуться? Капец, только что отагрился и тут же вернулся. Третий слиток золота, который уже вообще пихать некуда. Да, чувствую я, если я пойду по боссикам, то придется часть луты из радиации вообще просто-напросто взять и выкинуть. Знал бы, что такое будет, взял бы с собой шестой рюкзак. А то что-то решил идти в пятом. Ну типа, мало ли шестой потеряю, у меня всего их два осталось. А тут вон оно как.
Ну все, теперь можно и на поиск, который, кстати, уже стоит под бараками. Это значит, не так уж долго бежать. Поехали. Которого прям только что забрали. Я даже последние выстрелы успел услышать. Это значит, что задача сильно упрощается. Осталось только зайти и аккуратненько его закрыть. Да не, вот нафиг я через кусты стрелял. Ну все, вот теперь фиг из этого дерева выйдет. Фигался. Еще и агрессирует. Оп, готов. Блин, если я не ошибаюсь, то, по-моему, у него пятая каска была. И всего лишь четвертый бронежилет. По ходу дела, с бойска вообще ничего ценного не выпало. Ну, либо же эта самая пятая каска и упала. Так. И он у нас фиолетовый. С кучей четвертых сетов. По ходу дела, он уже далеко не первого боссика на этой карте закрыл. И как пылесос вообще все в себя налутывал. Ладно тогда, значит, пока есть время, можно и до дальнего парнишки сбегать, которого я еще в самом начале боя закрыл. А тут, пока вспомнилось, надо бежать и лутать. Иначе потом явно я про него забуду. Да и как раз появился парочку минут, которые можно на что-то потратить. Все равно, на рожке бойск вряд ли есть, а второго временного еще нету. Вообще, конечно, можно было бы и на школу заглянуть, но уже не так много с собой патронов. Потом мне хватит бой доигрывать. Чего? Это-то еще кто? Вот откуда он взялся? Готов. Я сейчас в моменте вообще растерялся. Капец, просто из ниоткуда вылетел и начал работать. Плюс еще один килл в копилку получается. Причем очень нервный. Потерять сразу столько лута, но это прям капец поражение было бы. Вы издеваетесь? Под конец боя откуда все взялись здесь? Капец. Реально конец боя? И это уже третий чувак, которого я вижу. Ну, точнее, слышу. Я так понимаю, люди вообще в начале боя друг друга сегодня не убивали. Ладно. Значит, дальний парень опять откладывается. Теперь надо с этим что-то придумывать. Я ж не могу его просто так взять и оставить. Чтобы он потом в каком-нибудь неудачном моменте взял и закрыл меня в спину. Ну давай, выбеги здесь. Ты же как раз в эту сторону шел. Оп, готов. И причем я так понимаю, что у этого парнишки, что у предыдущего, броня была получена как раз таки за задание. Потому что шлемов-то у них не было. Она еще и выпала. И походу вообще в ноль ушатанная. Да. Все-таки, походу, надо было в начале боя одевать именно шестой рюкзак, но никак не пятый. Еще и на броню повесить парочку подсумочков. Потому что оставлять столько лута прямо жалко на самом деле. Но выхода нету. Все. Получается, теперь-то я уже могу пойти того парнишку долутать. Хотя вряд ли там что-то ценное будет, но хотя бы забрать жетончик. И потом сразу же на боссика. Погнали. Сейчас как раз, наверное, этого босса заберем, а потом потихонечку через рожок, да и к выходу. Если там будет босс, убьем. Если нет, то нет. Все равно, по идее, я уже должен пройти этот порог по стоимости. Да и по киллам. Всего пару киллов осталось сделать. Вот, кстати, было бы неплохо, если бы они сделали небольшие изменения в этих заданиях. Например, убить не 20 ботов и людей, а чисто людей. Вот тогда интереснее бы стало. А то я знаю, многие в
понедельник залетают на первую карту, мочат ботов, а потом уже идут на третью. Черт, он притормаживает сегодня, по-моему. Капец, ему уже лечиться давно пора идти, а он стоит и наяривает по мне. Фиолетовый. Я, блин, убивал его с разрывных, а он выпал фиолетовым. Ладно, надеюсь, что на рожке хотя бы такого не будет. Погнали. Но босс уже прям по-любому должен быть здесь. Даже все 4 ботинка было на месте. Ну, точнее 3. Один каким-то чудом привязался ко мне вообще с другой стороны рожка. Пол хп уже готово. Готов. И он у нас тоже фиолетовый. Да. По-моему, пару сотен разрывных только что были потрачены абсолютно зря. Вот прям совсем зря. Ладно тогда. Просто на выход. Итак, сегодня уж более чем получилось удачно сделать вынос. Погнали. Ну что, ребят, до точки сохранения остаются уже буквально прям считанные метры, и это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет заканчиваться, и поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом, ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новые серии. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял, пока!